Бег мира проводится в Российской Федерации с 1991 года. Это самая протяженная факельная эстафета в истории человечества, в которой участники преодолевают дистанцию бегом. Помимо этого, они передают из рук в руки горящий факел как символ доброй воли. Крымский этап эстафеты стартовал 27 мая. Все сезоны сменились за эти несколько дней, что мы бежим неделю или около того, уже, честно говоря, сказать сложно. Было и палящее солнце, был и проливной ливень, как мы сейчас видим в Симферополе, но, несмотря ни на что, улыбки людей, улыбки встречающих, улыбки прохожих, которые машут в ответ бегуну с факелом, всегда поднимают настроение и заставляют нас забыть о всех тяготах пути. Сегодня в команде 15 человек из разных регионов России. Они побывали уже в Евпатории, Бахчисарае, Севастополе, Алуште и Ялте. Заместитель главы администрации города Симферополя Юрий Тур отмечает, что уже больше 10 лет Симферополь встречает спортсменов. Хочется отметить, что в этом году 25 лет с момента проведения этого проекта. Поэтому это еще и, соответственно, круглая дата, скажем так. Плюс, конечно, приятно осознавать, что это совпало и с проведением нашего городского праздника «Днем города». Всем участникам забега предстоит нелегкий путь. Финиш эстафеты пройдет в городе Саратове. Дарья Костенко, Юрий Земной, служба новостей ИТВ.